Слава нашим генералам и солдатам рядовым, слава павшим и живым, от души спаси мою. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя, за народ, за нас с тобой. Для моего деда Степана война началась в 1941 году, а закончилась в 1945. Воевал он в 100-м стрелковом полку 2-го Прибалтийского фронта. Был пулеметчиком. Мой прапрадедушка Чеканов Иван Иванович, красноармеец, был призван в армии летом 1941 года из деревни Аляухово Звенигородского района Московской области. Воевал в пехоте в стрелковой дивизии, участвовал в обороне Москвы, пропал без вести в январе 1942 года в ходе наступательной операции войск Западного фронта на Вяземском направлении. История, которая объединяет нас.